бригады построен. Начальник штаба майор Рапидзян. Здравствуйте, товарищи! Где зампотек? Зам по вооружению. Ну посмотрите на своего подчиненного. Ему-то нет. Так, это у нас управление. Это у тебя новый батя? Да. А? Командир 4-й магазин батареи. Да, вот тут. Команде первого взвода, погода в один. Лейтенант Павлов. Команде взвода. Третья батарея, противотанковая дивизия, лейтенант Павлов. Командир батареи звуковой разведки. Отдельного разведывательного дивизиона, старший лейтенант КМС. Жалоб заявления имеет. Так, для сухого тоже. Вот, для того, повернитесь кругом. Командир батареи Курильская Казанская. Подвезем же из-за нас. Старший батарея. Вот что хочешь. Вот. Как форма? Запас. Хотя бы одна штука. Теперь батарея Курильская разведка. Разведка дивизиона. Старший лейтенант Карабин. Когда он сказал в армии, когда получить? Вот раз готов, вот два не готовы. Смотрим. Первый шеренг, шаг перед шагом. Марш. Шаг вперед, шагом. Марш. Головной убор снят. Проверить заправку своего личного состава, правильность заправки головных уборов и остального всего обмундирования. Приступить. Очень много людей. Не приняты. Строевому смотру не готов. В первую очередь, значит, вот половина стоящая. Здесь командиры, командиры батареи там. И начиная с управления полка. Значит, управление полка, зам по вооружению и так далее. Командир бригады, команды, а вы там идете к пулю. Ты, значит, говорил, в артиллерии заслуг очень много.
начиная с 92 года, конца 91 года, очень много сделано, и сейчас тоже очень много делается. Но, смотря вот на ваших людей, то, что, значит, где-то 80%